Только что прошел жуткий выброс. Всем привет, мы находимся в самом-самом, блядь, аду этой планеты. Мы находимся в Чернобыльской... Нет, не на Чернобыльской атомной станции, а в зоне, блядь, отчуждения, нахуй. В Чернобыле, в Припяти. То есть полный пиздец. Кругом радиация, полная жопа огурцов, блядь. Везде бродят мутанты и всякие пидорасы, выдающие себя за сталкеров. Я добрался до Ноя, который мне должен рассказать, где упал вертолет и где всякие вкусности здесь валяются, которые можно закатать за копейку неплохую. Так, ну что, так, как попасть на плато? Так, пойдем. Опа. Ной должен нас провести к упавшему вертолету или хотя бы к тому месту, где оно находится. Внимательно следи, как я иду, а потом сам двигай. Опа. Так. Нам надо внимательно проследить путь Ноя, блядь, к выходу куда-то, к какому-то. Хуяк. Ха! Он куда-то нырнул, сука! Нихуя себе! Какие-то сказочные, блядь, на ворота здесь пошли. Иду. Ха! Ба-ба-бам! Вот это здорово сиганул! Ну ты заходи, если что. Ты где? Блядь, мужик, ты где? Это, говорит, ты здорово сиганул. Короче, Ной нас привел на какое-то пожарище. Мы прошли через... Блять, какой-то... Это что такое? Хуя себе. Мы прошли через какой-то, блять, портал, который нас перенес на плату. Что такое плата? Не знаю, место в Припяти. Почему названа плата? Хуй знает. Может быть, здесь когда-то... Платину копали... Это, блять, ну как его? Копали, нет, платину не копают, а добывают. Ее сокращенно назвали Плато. Платовое Ратомито. Кстати, а что там такое? Чи-чи-чи, какая-то хуйня крутится. Чи-чи-чи-чи. Блять, может быть это артефакт? Попробуем спуститься ниже. А, блять, нихуя себе меня накрывает так нихуево. Интересно, меня здесь совсем заебашит или нет? Или только чуть-чуть повредит? Что это такое летает? Нихуя себе хуярит. А здесь жестко ебашит, блядь. Да ну нахуй. Блядь. Съебываем. Так, все, я понял, блядь, что там, что туда ходить не надо. Все нормально. Здорово, как дела? Что, спрашиваю главного. Да, понятно, ты шестерка, блядь, горимая. Здорово, мужик, Че у тебя за два баллона сзади? Димка, лед. Почему лед? Димка, давай поторгуем, на. Давай поторгуем, че ты, сука? У тебя торговать нечем. Ладно, пока, хуй на тебя. Димка, а че если тебя вольнуть нахуй, а? Как думаешь? Ничего, нормалек, прорвемся. Нормалек, говоришь, прорвемся? Сколько неба копчу. Я и друганы мои, прорвемся. Выручай! Оп! Тихо, спокойно, блядь. Кто выручай нахуй? Никого нету, блядь, все спокойно. Где тут твой друг, блядь? Базарить меньше надо, нахуй, ебаный в рот. Сидят, блядь, что-то базарят. А, вон он там, блядь. А че он там стоит? Хуй знает, он в кого-то стреляет, дурачок, блядь. Ну-ка, а что у меня с пистолетами? Может, вот этот лучше? Опа. Добьем, блядь. Так он что? Он, я не понял, он прилег, что ли, или что? Что с ним не так, блядь? Что случилось? Ладно, хуй на него, короче. Так, возьмем автомат. И все остальное, заебись. Не, ну, блядь, если они не берут пистолеты, тут тоже все, пацаны, объяснимо, нахуй. Если не берут, блядь, ничего нельзя ни продать, ни купить, нахуй. Ну, нахуй тогда ты нужен такой гандон, блядь. Либо надо было денег меня забашлять, я бы не трогал тогда, магата. Давай, нахуй, пацан, блядь. Ай, блядь, так, надо быстро скинуть, блядь, все ненужное. Так, что у меня еще ненужное есть? Блядь, ну пистолеты мне нахуй, они, наверное, не нужны. Так, все окей, вот так вот будет заебись. Отлично. Так, курточка у меня, что-то говорят, совсем хромая. Хромая курточка. Так, блядь, давайте сразу, наверное... Приведем себя в порядок. А, что еще? Так. Какая-то зеленая каска, блядь. Или мышь какая-то нарисована зеленая. Непонятно. Бронежилет зеленый. Так, ну и все остальное. Ну, в общем-то, на все остальное мне похуй как-то. Ну, как-то так, блядь. От сталкеров друг другу нужна какая-то помощь, блядь. Нужно как-то с друг другом взаимодействовать. Продавать друг другу там оружие. Как-то толкать там то все, блядь. Если ты хуй нахуй, то тебе на зоне делать нечего, ёпта. Тебя порешают. Ну, не я порешаю, значит, кто-то другой найдется. Тот, кто, блядь, тебя нахуй здесь уроет, блядь. Сталкер сталкеру волка.
Деньги решают все на зоне. Особенно на зоне. Здесь надо, блядь, держать ухо востро. А то хули он, я ему, блядь, говорю, блядь, возьми пистолет, пиздатый. Мне надо, мне нахуй, это мне не нужно, блядь. Хули ты да понты колочишь, нахуй ты да вообще здесь нужен. Так, здесь кто-то еще шакалит. А вон пацаны сидят, может им что надо? Сейчас посмотрим, сейчас спросим. Здорово, пацаны, что, как оно? Ох ты, да ты еще, Фимка, молодец, Фимка, Фимыч, бля. Фимыч, бра, молодец, бро. Иди по группе ушам катайся, а мы и не казенные. Тимоха, ништяк, да не базарь ты, блядь, ёпта, охуел что ли, Толян. Фимка, давай поторгуем, заебал ты трындычеть-то уже, ёпта. Ну че-то вот хули от них толку, вот они сидят, играют на своей, блядь, балалайке. Надо ж как-то торгануть. Слышь, пацан, да бросай гитару, давай поторгуем, Фимыч. Нихуя, ну не хотят пацаны по-хорошему, никак не хотят. Гранату им кинем, блядь. Двоих я сразу положу. Все нормально, вот, сразу гитару положу. Давай попиздим, давай поторгуем. Наконец-то ты бросил свою балалайку. Так, а что у нас стоит оружие? Блядь, вообще нахуй, копейки. Так, что еще интересного? Давай ствол тебе сразу закатаю. Так, у меня пойло, знаешь сколько? Пиздец, не поверишь, блядь. Прям пол ящика, нахуй, сейчас отвалю. Батонов сразу накрошу тебе. Ну и всего прочего. Так, это мне тоже не особо как-то сейчас важно. Нихуя, я ему тут, блядь, короче, предлагаю, а у него денег. Стоп, это я уже что-то торможу. На деле это все нормально, 350 у него еще. Фу, отлично, все, ништяк, заебись. Че, попробуем положить их, нахуй. Им хорошо, сидят тебе с мобилами. Нифига. Да, блядь, да хули вы тут базарите, блядь, клоуны, нахуй. Оп, сука. Не, ну а как вы думали-то? Вы ж бандиты. Вот так вот. Так, посмотрим, что тут у нас интересного. Угу, интересного дохуя. Так, а у тебя тут что? Тоже нормуль. Так, а у этого уже все хуй. Дальше идти не могу, понятненько. Ну что, посмотрим. Так, разрядить. Выбросить. А, так, здесь даже разряжать нечего. Просто выбрасываем. Разрядить, выбросить. Вот это мне нравится, вот эта, бля, хуйня. Так, значит, мы вот это выбрасываем. А, да нихуя, у меня оказывается два этих, блядь. Оп, тихо, это мои тела, тихо, никого не грабите. Оружие, это опусти, мужик. Блядь, я-то опущу, нахуй, тихо, а вы кто? Чё за госнаркоконтроль? Слышь, тебя как звать, нахуй? Валик Добряк? А, ну ладно, если Добряк, то ладно, похуй. Чё там у тебя? 1200? Давай я тебе торгану тут, нахуй. У меня он ствол есть. Так, чё тебе продать-то еще? Слушай, давай эти все, блядь, пистолеты закатаем, нахуй. Мне особо нахуй не нужны. Может, я автомат еще впихнуть, блядь. До кучи. Оп. А нормально что? Хочешь, батонов тебе еще накрошу. Так. Ага, и это, блядь, тоже тебе закатаю. Все нормуль. Все, пока. Все нормально. Ну что, пацаны, все? Все в ажуре? Смотрите, как хорошо я с вами поделился. Он старший стоит. А, Шурик Принц. Да все нормально, все, я пошел, да? Отпускаете? Так, сколько у меня? 42? Все нормально. Блять, пойти просто так или въебать их тоже нахуй. Нет, ну с одной стороны, если я сейчас просто пойду сейчас туда дальше, да? Сейчас пойдем туда на кордон, туда на этот, на плату, или мы... А, нет, мы уже на плате. Но они же, сука, видели, что я вальнул этих троих. То есть они, получается, как бы... Свидетели. Сука, мне свидетели-то не особо нужны. Пацаны, я тут грибы ищу. Бля, где-то тут был под березой, где-то я тут видел. Кстати, тут полянка с лисичками была, хотел собрать. Корзина у меня там за спиной. Вы не видали, не? Кстати, смотри, какой у меня, ну, какой пиздатый у меня этот. Видишь, блядь, дробовик пиздатый какой, видишь? Оп, дробовик, говорю, пиздатый у меня, да? Сука. Блядь, какие же вы все тупые, блядь. Да, ребята, блядь. Пиздец. Так, ну шо, в общем, короче, пришлось много чего выкинуть. Ну, блядь, не влезает это все. Причем все это, блядь, уже в таком непотребном виде. Пришлось, конечно, это все выбросить. И в результате осталось пару хороших автоматов, дробовик и, в общем-то, при мне 47 килограмм. Пока больше особо-то и не унести. Ну, пойдем дальше. Пошукаем, что тут да как. Так, куда мне? Стрелочка ведет туда дальше, да? Ага, ну понятно. А! Это что за хуйня? Опа! Так, на это дело надо брать дробовик. Не иначе.
Хуя себе. Нихуя он вышел таким паровозом на меня чисто, блядь, задавить. Мохнатая такая хуйня, ебать. Мохнатое животное с копытами, блядь. Блядь, бычара, сука. Я хуею с него. Вот такие вот демоны тут бегают, блядь, по Припяти. Так, как бы нам пойти? Опа-опа. Он там, кстати, еще какие-то товарищи. Группа товарищей идет. Посмотреть, может, что спросить у них, что как. Бля, ну там уже, видать, у какого-то своего-то. Там же этот, кордон, по-моему, блядь. Помню, как-то один раз я проходил эту игру. На, сука, нихуя они ебашат там кого-то, орут такие. На, сука. По кому, по мне, что ли, я не понял, блядь. По кому они ебашат, вообще непонятно, блядь. Может быть, тут бегают эти собаки бешеные. Хуй его знает. Ладно, пойдем посмотрим, что там дальше. Эх, жалко, что здесь больше, конечно, 50 килограмм, нельзя ничего носить. Блять, ну хотя бы сделали бы 70. Куда ни шло. Но 50 килограмм это пиздец. 50 килограмм это вот то, что самое необходимое тебе. А на продажу, бля, ну, вообще никак. Охуенный катерочек был, да? Вот сюда вот, бля, поставишь моторчик такой с двойным этим, бля, с двумя вертушками, бля. И погнал, нахуй, руль, все дела, бля. Солнце въебало, нахуй, полетел с девчонками отдыхать. Да, ну тут, походу, блядь, все высохло. О, какие, видите? О, бля, вороны летают, сука. Все хуёво, бля, пиздец. Какое все, солнца тут уже больше нету. Когда-то оно, наверное, здесь светило, бля. Здесь было море, пляж, девочки, купальники, трусишки. А теперь нихуя, теперь пидорасы, мутанты, блядь. Зомбачьё, блядь, автоматы. И ржавые разбитые корабли. Так, я куда-то пришел. Включим фонарик. У нас, кстати, есть фонарик. Здесь можно пользоваться. Время от времени. Ага. Я убираю, все. А, бля, не то. Не-не-не-не-не. Я все нормально, блядь. Все нормально, пацаны. Видишь, я с этой хуйней. Посмотри мне в глаза, блядь, сука. Васька король. Блядь, не смотришься ты как Васька король. Ты смотришься как просто Васька, но никак не король. А ты кто? Валера кто? Кто Валера? Валера Пластинин. Ага, понятно. По паспорту. А пацан пошел чисто по паспорту. Слушаю тебя. Спартак. Ух ты, Спартак, здорово. Здорово, сталкер. Я занят пока, извини, давай потом поболтаем, лады. Блять, как так? Спартак, ты охуел, что ли? А, блять, короче, понятно, я не туда пришел. Ясно. Эти будут в молчанку играть, тут, скорее всего, у них какое-то задание. Так, а нам надо идти другим путем. Хоп. Нам в другую сторону. Ну ничего, потихонечку дойдем, куда следует. Ага, вон там еще одна хуйня носится. Так, а что у нас по заданию? Путь на плато, прыгнуть в аномалию. А, блять, мы уже прыгнули. Стоп! А в аномалию мы же уже прыгали. Что-то я как-то не очень пока догоняю. Может быть, там есть какая-то другая аномалия. Хотя какая может быть другая аномалия? Когда Ной меня привел к той... И сказал, что вот оно, бля, прыгай, говорит. Все, заебись. Жаль, здесь не забраться по трубе, так бы можно было бы... Оп, и поверху пойти, да? Ладненько. Что-то мне оно подсказывает, что через эту аномалию мы уже прыгали, не так ли? По-моему, что-то какая-то хуйня нездоровая. Оп. Я заебала, лови еще одну. А, сука, она не побежала сюда. Я и на упреждение, она нихуя. Нет, суки какие. О, одну завалил, блядь. Ой, вторую завалил. Ха-ха, сука. Не, ну гранаты тоже делают свое дело, да? Там кто идет? Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Что-то пацаны шакалят тут. Здорово, мужики. Как оно? Олег Макарон. Блядь. Олег Макарон. Да ладно, ладно, не кипишуй, блядь. Все нормально, нахуй. Давай поторгуем. Что тут у тебя интересного? Так. Давай сразу определимся по патронам, блядь. Которые мне нахуй тут не нужны. Что-то тут у меня этих, блядь, дохуя. Опа, даже 19, наверное, оставим. А, даже вот так вот. Давай вот так. Оп. Давай гранат тебе еще закинем. Так, торганули, нормально. Слушай, все вопросы к главному. Так, с одним торганули, бля, все нормально. Пойдем дальше.
Так, значит, мне говорят опять прыгать через аномалию. Только я не могу никак понять. Блять, на кой хуй мне опять прыгать через аномалию, когда мы уже через нее прыгали? Сейчас попробуем, посмотрим, что тут. Что за хуйня, посмотрим. Мне кажется, что это все ложь, пиздёж и провокация, блядь. Так, вон она нам нарисована, да, блядь? Ага. Так, тихо, блядь. Папа дома, нахуй. Ну-ка, тихо, спокойно, блядь. Проходим, как тут этот говорил. Оп, проходишь, такой чик и ныряешь, блядь. Все, исследовать место падения. Ага. То есть, как будто я сюда и не прыгал, да ну нахуй. Странно, очень странно, блядь. Мы отсюда как бы вроде бы и начинали. Может, вниз спускаться не надо? Да нет, стрелочка-то показана именно туда. Но с этим мы разберемся в следующей серии. А пока, всем пока. Ждем продолжения.